У Гомелі ушановували переможців і призерів других європейських гульняв по веславанні. Марина Літвінчук, Вольга Худзенка, Маргарита Махнєва і Надія Папок приймали віншування у Гомельському обласному центрі Олімпійського резерву по веславанні на байдарках і каное. Нагадаю, Марина Літвінчук і Вольга Худзенка завоювали по 4 медалі. Яни виступали як у одиночних, так і у парних заїздах. А крім того, уродженки Гомельщини завоювали бронзу у заїздах четверок. Одним стартом не сравнить, потому что даже те же чемпионаты мира и Европы, которые ты проходишь за границей, то дома это было душевно, это было более спокойно, но в то же время и эмоционально, потому что ты понимал, что игры проводятся дома, ты не должен упасть лицом в грязь. Так как все было сделано на высшем уровне, мы должны были показать результат такой, как проводились игры. Маргарита Махнева, может, еще в силу того, что стала мамой в прошлом году, не успела вернуть былые кондиции. Ей было далековато до медали. Но во всех остальных номерах программы мы выглядели достойно. Конечно, мне очень жаль четверку, что чуть-чуть не доехала. Уступили буквально на самом финише венгерскому экипажу. И двойка 200 у нас попала буквально в штормовую погоду, и вода у них была невыгодная. Выступлением, в общем, я доволен. Хотя, скажу, если были бы другие погодные условия, вполне возможно, что мы бы выступили еще лучше.